В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими была получена информация о причастности к продаже огнестрельного оружия 36-летнего жителя Калининского района Саратовской области. Злоумышленник за 25 тысяч рублей предложил приобрести у него револьвер и 8 патронов к нему. При проведении сделки по продаже оружия и боеприпасов, проходившей под контролем оперативников Управления уголовного розыска Главного управления ВД России по Саратовской области, при силовой поддержке сотрудников СОБРа, подозреваемый был задержан. Согласно заключению экспертизы, изъятый револьвер является огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрелов боевыми патронами. В дальнейшем полицейскими было установлено, что задержанный является посредником, действовавшим за денежное вознаграждение в интересах ранее судимого 35-летнего жителя Калининска. Подозреваемый также был задержан. В ходе обыска в частном домовладении полицейскими обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова. Задержанный пояснил, что оружие он обнаружил на территории одного из заброшенных сел при помощи металлоискателя. Не имея намерения добровольно сдать находки в полицию, злоумышленник планировал заработать на их продаже через своего сообщника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 5 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования подозреваемым избрано мера пресечения в виде заключения под стражу.